Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Друзья, сегодня мы с вами будем делать такую вкусняшку, как картофельная помадка. Вроде ничего тут сложного нет, но тем не менее получается очень вкусно. Итак, для начала картошку очищаем со всех сторон. И обрезаем ее сверху и снизу, делаем эдакую бочку. И так чистим все картошки. Вот так они примерно выглядят. Добавляем соль по вкусу, специи, хорошо перемешиваем и пока убираем в сторонку. Обжариваем грибы. Вначале выпариваем из них немножко воду. Обжариваем. Опять же, степень обжарки каждый для себя определяется. Убираем их в сторонку. И обжариваем лук тоже до состояния, кому как нравится. И убираем тоже в сторонку грибочком. Добавляем сливочное и растительное масло в ту же сковородку. И выкладываем нашу картошку. Обжариваем ее со всех сторон, полностью со всех сторон. Опять же, до степени, кому как нравится. Добавляем сюда наш бульончик. Специи, которые остались от картошки, где мы ее замешивали, и грибы с луком. И все это чудо отправляем в духовку минут на 20-25 при температуре 200 градусов. И вот такая вкуснятинка у нас через 25 минут получилась. Вроде ничего замысловатого, ничего сложного, но как бы она и выглядит красиво, и грибы, и лук, и бульон, в котором было все это запечено, дает очень такой экстравагантный вкус. Сейчас мы разрежем картошечку. Вот она аж распадается. Вот. Сверху лучок с грибочками. И это очень и очень вкусно. Друзья, благодарю всех за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки. И до новых встреч на моем канале. Пока-пока.